И хорошо прошел отдых, успели восстановиться. Там пару недель прошло и начал готовиться к новому сезону. Ну, как-то даже не успелось забыться вот этот лед, ощущение от этого. Вышел пару тренировок и уже там, догнал себя в катании. И сейчас потихоньку догоняю себя предыдущим результатом. Подгоняю себя. Физическая подготовка то же самое. В новом сезоне у нас молодой очень состав. Все готовы, заряжены, глаза горят. Готовы биться, доказывать. Потому что мы тут не просто аутсайдеры какие-то или кто-то там еще. Будем биться со всеми на равных, стараться показать хороший хоккей.